Смотрите, как вам Челябинск? Низковат пока. Шутка. Ну, на самом деле, конечно, не скромно сразу так передавать микрофон, но я хочу всех поприветствовать. Огромное спасибо журналистам за то, что мы здесь собрались. Спасибо городу, спасибо прекрасному виду спорта дзюдо. Потому что нам, измученным биатлоном, всегда приятно смотреть на приличных спортсменов, на блестящую организацию. Виват Челябинск, виват дзюдо. И давайте чаще встречаться на крупнейших соревнованиях в этом замечательном городе. Здесь действительно здорово. Спасибо! За Челябинск и за дзюдо! Большое спасибо, Дмитрию. Спасибо. А Дмитрий, кстати, вопрос такой. Вы видели наш прекрасный биатлонный центр Челябинска? Он здесь есть? Плохо знаете Челябинск. Я плохо знаю Челябинск, потому что сейчас перемещаюсь из клуба в клуб. Город смотреть некогда, но думаю, что освою за последние два дня. Я так немало посмотрел, впереди еще два дня, так что с удовольствием. Будем вместе делать большой челябинский биатлон. Хотя мне кажется, что только этому городу его и не хватало, поэтому давайте проводить другие соревнования. Верим в трактор, я, кстати, поставил, что вы чемпионом будете в этом году. Но, да, но, к сожалению или к счастью, да, смотря для кого так получилось, поэтому спортивное будущее команды большое. Я думаю, что регион не пропадет. Большое спасибо, Дмитрий. Хорошего вам футболистика, отличных соревнований. Ну и теперь, уважаемые друзья, я хотел бы подойти к Мартину. Мартин, hello, Martin, can you hear me? Все понятно, там уже начались разговоры за жизнь. Ты меня уважаешь, после вина интернета хочется, наверное, спросить. Знаете что, друзья, я хотел бы с Мартином, поскольку это гости и гости, пожалуй, которые не из нашей страны и не из Москвы. I'll explain. Друзья, хочу спросить сейчас у Мартина, какие слова он знает на русском языке. Мартин, which words do you know in Russian? Сейчас не могу. Друзья, смотрите, Мартин говорит по-русски, как это здорово. Внимание! На здоровье. What else? Водка. Do you know about матрешка? Бабушка? No? Друзья, вы объясняете Мартину без слова, пожалуйста. А как по-русски дзюдо? Как по-русски дзюдо? Спрашивайте. Здесь есть, да? Давайте. Самбо. Многим говорят самбо Дежавиро. Знаете что, давайте предложим нашему гостю сказать какое-нибудь слово на русском. Чтобы Мартин сказал такое слово на русском. Это шире нельзя, наверное, да? Какие варианты есть, друзья? Martin, please get ready to pronounce some Russian words, okay? Друзья, мы передача говорить по-русски с Мартином. Как синокос? Синокос? Martin, get ready to pronounce синокос. 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 Внимание. Друзья, аплодируйте Мартину, он говорит по-русски, начинает учить русский язык. Говорит синокос, внимание. Синокос. 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 Well done. Аплодисменты Мартину. Martin, синокос means when farmers as a grass. Не I don't mean the grass, which can be snow. And this word can be used when you speak about money. It means синокос, зарабатывать. Да, Мартин, вот такие дела. Ну, кстати, уважаемые друзья, давайте, кстати, заполнять богаче, потому что, ну, во-первых, я должен свои деньги отрабатывать, чтобы вас призывать, прежде всего. Ну и чтобы как-то было веселее, немножко изменили такие традиции в нашей стране, вы знаете. Друзья, внимание, к нам сейчас обратиться, все это поедет, как вы знаете. Борис, друзья, попробуй, Борис. Нет, я просто хочу сказать, если господин завтра со мной еще выпьет один бокал шампанское, то он начнет говорить на русском. Благодаря мне вы хранитесь все на кости. По словам Бориса, вот как она эти грибы. Большое спасибо, Борис. Ну, кстати, уважаемые друзья, у нас сегодня очень много сюрпризов. Один из таких сюрпризов готов появиться на нашей сцене. Я не случайно меняю свою геопозицию и перемещаюсь непосредственно к сцене. Чтобы именно там, друзья, было ваше внимание. Позвольте, я приду к сцене. И, кстати, некоторым из вас, я хочу сказать, что стоит потихонечку обращать внимание, что вы сцене, потому что там у нас происходит сегодня главное событие. А именно выступление нашей артисты, которые также являются нашими гостями. Друзья, с нами сегодня
show ballet shit. Mine special, especially for you. Show ballet shit. Not shit, but shit. Внимание, друзья! Друзья, давайте начнем танцевальную паузу вместе с Владиком. Вот так краткая видео. Хорошего всем вечера!